Всем добрый день. Как вы все знаете, сезон капусты закончился. Кстати, всем советую не приезжать на сборы зимой. Мало часов, холод и мало урожая. Поэтому мы решили на время повесить нож на гвоздь и попробовать себя в чем-нибудь новом. Сегодня я расскажу про работу, которая будет по душе любителям футбола. Это стюард. В основном мы работаем на футбольных матчах. Иногда на праздничных ярмарках работа заключается в охране мероприятия от столкновений болельщиков и помощи найти посетителям туалет или кухню. Кстати, стадионы всегда забиты, работа в среднем длится более 5 часов. Сначала вы стоите в очереди за жилеткой и росписью, что вы пришли. После вас всех собирают, проведут инструкцию, расставят по позициям и дадут ваучер на кофе. В ближайшие 3 часа пройдут немного скучно, зато после вы будете лицезреть футбольный матч в первых рядах и абсолютно бесплатно. А на секундочку могут играть Манчестер, Фултхэм и другие известные команды. Время от времени матчи будут проходить в других городах, где вас будет ждать комфортабельный автобус, который отвезет и привезет вас в итоге. В день вы можете заработать от 35 тысяч тенге. Я считаю, достойная оплата. А вам будет достаточно оплатить лишь чеканным комментом Видас. Спасибо.